Блин, кубики исчезают. Нет, нет. Они исчезли, и я падаю. Бэкст. Он там! Быстрее туда! Ага, приветищи! Сегодня мы с тобой поиграем в Roblox и будем запасаться коробочками, вот такими вот коробочками. Смотри-ка, здесь уже вон ребята понасобирали коробок и полетели. Дело в том, что эти коробки волшебные, мы на них будем летать, мы будем собирать плот из коробок, который отправляется в воздушное путешествие. Конечно же, мы должны взлететь как можно выше, выше, чем все остальные. А чтобы не дать остальным взлетать, у меня есть вот такая вот базука, которую я буду бомбить, бомбить по всем своим противникам. Короче, все, кто здесь есть, это мои соперники, и нужно их бомбить, чтобы они не взлетели выше меня. Так, подходим к нашему магическому кубику, жмем на него. Чем больше раз мы нажмем, тем больше кубиков он произведет, и тем самым больше будет наш плот. Так, я хочу больше кубиков, очень много кубиков хочу. Так, подожди, полетел уже все. Ну ладно. В общем, я полетел. Вот столько кубиков мне удалось сделать. Там какой-то чувак свалился. Достаю свою базуку. И сейчас буду смотреть на предмет своих вражин. Вижу вражину, вижу. Так, главное, чтобы меня снизу не бомбанули. Вон, смотри, смотри. Хоп, ах, кто-то меня опередил, кто-то разнес там чувака одного. Так, нужно хорошечно смотреть вниз, чтобы меня там никто не бомбанул. Вон, соперник стрелит. Стреляем. Сейчас, бабах, да! Так, вон тот тоже. Сейчас отхватит у меня люлюху. Получай. Пух, о, как это круто взрывать какие-то чужие плоты. Надеюсь, на меня сверху там никто не скинет ядерную бомбу. Так, мы поднялись довольно высоко, и мне дали плюс 9 голды. Денюжки здесь можно тратить на апгрейд. Так. Так, я вижу вон там вот плот, смотри. Стреляем. И вон там вот плот. Сейчас, перезаряжусь. Так вот. Бух. Блин, нифига себе, у него плот крепкий, смотри-ка, ему пофиг. Давай еще раз стрельнем. О, разлетелся, наконец-то. Так, а я своим плотиком маленьким лечу все вверх и вверх. Высота у меня составляет уже 85. 86. О, что это было? Это какая-то лазерная указка. Фиг пойми, что это такое. 18 голды дали за такую высоту. Как высоко-то я лечу. Нужно бомбить вон тех перцев, которые выше всех собираются. Ох, ноу! Что это за бэджик мне какой-то дали? Это, наверное... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мои плоты начинают исчезать. Какого фига? Что за подстава? Нет! Капец. Блинский. Все, у меня только два плота. Пролетел. Я хочу тебя. Иди сюда. Да. Есть. Зацепил. Зря я это, походу, сделал. О, пипец. Это был подставной кубик. Да. Я хорошечно так шлепнулся. Так, придется сейчас новенький плотик делать. Кстати, стрелять из земли я не могу. Вот что печально. Может быть, кому-нибудь на плот сесть, а? Давай-ка попробуем на чужой плот сесть. Вот, мы полетели. Мы полетели и опять упали. Так, давай-ка сюда. Все, взлетаем. Здорово, Десмо 88, я с тобой полечу. А интересно, могу я твой плот бомбануть? Ой, ё-моё. Ой, потаксовал меня Десмос или какой он там ник. Ну, я его случайно бомбанул своей ракетницей. Ну, как случайно, специально. Так. Наделаю сейчас все кубиков. Подожди. Взлетать не хочу, рано еще. Я хочу огроменный плот. Огроменный, просто кучу всего. Так. Ну что, по-моему, я кучу уже кубиков наделал. Мне этого достаточно. Давай попробуем полететь. Ай-яй-яй-яй-яй. О, взлетел. Отлично. Так, бомбим сразу же соперника. Ну. Либо... Оу! Мощно было. И мне так нравится, как мы падаем. Так, все, взлетаем. Взлетаем, отличненько. Вижу противников в целых два. Лупим. Бабах. Ништяк. Сейчас меня, кажись, будут бомбить. Смотри-ка сей. Здорово, чиш. Уау. Блин. Зря я это, конечно, сделал. Это была фиговая идея стрелять рядом с собой. Ладно, сейчас еще кубик сделаем. Кубик. Давай. Быстрее. Блин, а может быть не надо так много делать кубов? Все, вот это столько кубиков я смог сделать. Оу, ко мне еще тут прилетает. Нифига себе, подожди. Чуть не снесло нафиг. А, это мои, походу, кубики, которые летали еще в небе после того, как меня сбили.
Так, стопы. Я вижу. Опа, лови! Лови! Ништяк, сбил. Сейчас того собью. Перезарядочка. Блин, почему мои кубики исчезают? Перезарядочка. Йоу-воу-воу-воу-воу, как меня подбили. Но я его тоже подбил, по-моему. Взлетаем отсюда. Лови гранату. О, две ракеты к нему прилетели. Сейчас еще вон того бомбанем. На! Еще вон того сверху бомбанем. Получай. Нафиг, нефиг. Ой, блин, у меня, кажется, два кубика осталось. Это очень плохо. Блин, кубики исчезают. Нет, нет. Они исчезли, и я падаю. Жалко, что они не вечные. Они, короче, действуют какой-то определенный отрезок времени и потом исчезают. Во. Знаешь что? У нас есть с тобой уже немного денежек. Давай посмотрим, сколько. Заходим в магазинчик и смотрим, что у нас 564 галды. Вот. Что мы можем на них купить? Купить цветную коробку, то есть мы коробку откроем, и там будет какой-то цвет кубика. Либо график бокс. Я даже не знаю. Ну, давай попробуем график бокс купить за 350. Посмотрим, что там такое будет. Должна быть какая-то цветная ракетница, и... Что же выпадет? Да, не очень что-то как-то, да? Чё по апгрейду? По апгрейду, что у нас дабл голд? Я могу дабл голд апгрейдить? А, ну естественно, если я куплю это за рубаксы. Могу ракетницу апгрейдить, тоже за рубаксы. Могу купить пружину за рубаксы. Скоростной полет, бриктайл. Короче, здесь все за рубаксы. Вы что, прикалываетесь, что ли? Какого? Че за бурда вообще? Одни рубаксы, только коробки можно покупать за голды. Ладно, попробуем переодеть нашу пушку в другой цвет. Переодеваем вот этот. I love mom. I love mom. А вот это продать могу? О, могу. Ну вот ты продай. А, нет, не могу. Это базовый скин, не могу, ладно. Продолжаем. Продолжаем играться. Вот он я. У меня теперь новая пушечка, вот такая I love mom здесь написано. С любовью от мамочки, так сказать. Ой, я и запустил бомбу, 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 бомбу запустил. Да, здесь есть некоторые кубы, которые можно запустить, и они потом в итоге взорвутся. Так, производим кубы. Сколько максимум у меня получится? Вот столько мне хватит, все, я полетел. Давайте, ребятки, покедо. Покедо. Так, так, так. Соперник, вижу. Бабах. Нет, соперник. А, смотри, живучий какой, а. Ты глянь такой. Воу! На кубик прыгнуть не сесть. Бабах. Итак, попытка номер два. На тех же кубиках. Не знаю, насколько меня хватит. Так, смотрим вражин в небе. Вижу. Смотри-ка, на одном кубике летит. Бух. Все, теперь ни на одном не летит. Хе, давай пока. Опа-опа-опа-опа. Вижу, вижу, вижу. Получай. Слетел, красавчик. Так, вижу еще двоих. Вон туда одну ракету. И... А, ну все. Все, смотри, живучий какой, а. Собрал кубики все-таки. Все, нафиг. Прощаемся с тобой. Вот, вижу, 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 вижу. Я первый буду, я в тебя первый запущу. Угу. Там он еще летит. Ну, его разбомбили. Полет удачный. Воздушный пират продолжает свое движение со своей бузюкой. Сейчас мы здесь еще кого-нибудь бомбанем. Так, тихо, кубик. Кубики начинают исчезать. Это потеря-потер. Мне этого не очень бы хотелось, потому что... Есть вероятность, что я сейчас начну падать. Так, бомбанется, не бомбанется вот этот плод. Бабах! Да, как же я люблю взрывать их, а. И вон там, вон сверху, я вижу еще один небольшой маленький плотик, но до которого я не достану. Нет, 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 плоты начинают... Точнее, кубики начинают исчезать. У меня осталось всего 4 кубика. Это очень печально. Очень плохо. Могу бомбануть вон того, давай бомбанем. Ого, ракеты как летят, смотри. Мимо меня пролетели. Ой-ой-ой, как мне прилетел красный куб. Я отбил, у меня еще один. Так, вон туда ракета летит. Самонаводящиеся ракеты, это, конечно, круто. Куда он полетел? Нифига себе, он за пределы куда-то полетел. Так, мне пристыковался вот такой вот кубик. По-моему, он взрывной. Я его трогать не хочу, не буду. Ой, зря я на него наступил. Фу. Я... Как это случилось, я не знаю, но это чудо. Это просто чудо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот на него наступать, короче, мне нежелательно. Лучше бы я на него не наступил. В прошлый раз. Блин, а я уже так высоко? Кого-нибудь там попаду, интересно, нет? Ой-ёкарный, еще один такой же кубик взрывной. Нет, 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 нет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Фух. Да блинский блин.
Ай, ёкарный. Ну пипец. Я так высоко взлетел, но это взрывные. Ого, кажись, я дно пробил. Так, я вернулся опять на базу. Стой, стой, мне кричит, а я не буду стоять. Это, видимо, подписчик. Я улетаю в космос. Давай, пока. Та-ра-та-там, полет нормальный, мы летим. Сверху никого нету, снизу тоже пока никого нету. Все замечательно, хотя вот я вижу, надо бомбануть. Надо бомбануть вот этот плот. Сейчас он должен взорваться. Че, я промахнулся ракетой? Беда. Вот так вот сейчас попробуем. Ну-ну-ну-ну. Да, взрывайся, взрывайся. Бах! Да, ракета настигла этот плот. Блин, у меня кубики исчезают. Ладно, тогда надо попасть в речку. Да какая речка? Я промахнулся, как обычно, опять шлепнулся об землю. Ну, все, короче, сейчас последний раз делаю плот. Последний. Огроменный плот, насколько хватит вообще у меня кубиков. Так, давай, делайся, 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 огроменный. Больше. Все, я думаю, что можно лететь. Да, прям-таки огроменный получился. Ладно, сразу же бомбим противника сбоку. Давай. Ножи. Так, готов. Теперь смотрим наверх. Вау, сколько их там. Сразу же... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, недалеко я улетел, слушай-ка. Ой. Так, плот снова готов. Отправляемся в космос. Вражины видно? Видно, вон один летит. Сейчас. Вот так вот. Бабах. Снизу тоже наблюдаю. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то сейчас бомбанет. Фух, пронесло. Это эти квадратики, ё-моё, бомбические. Фух, нифига себе, мне пронесло. Ой-ой-ой-ой, взрывная. Не-не-не-не. О, протащил меня. Ещё. А так хорошо начиналось. Ну, в общем... Ой, кажется, я вообще на дно улетел. Ну, в общем, вот такая вот замечательная игруха. Если тебе понравилось, то ставь лайкосик, подписочка, если ты еще не подписан, и обязательно оставь комментарий. Вот, ну а я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, удачки и пока! Па-па-па-ра-па-па-па. Вот на таком кусмане я сейчас улечу куда-нибудь высоко-высоко.